Третья глава книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал: «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его, и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу: «Так, — говорит Господь Саваоф, — если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими, я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне 7 очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день. В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу».